Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. В этом видео мы будем распаковывать сразу две посылки. Обе они у нас с аксессуарами для сотового телефона Xiaomi. В этой посылке защитное стекло должно быть, а здесь должно быть сразу три чехла. Давайте посмотрим, как у нас все это добралось. По поводу защитного стекла все совсем просто. Наклейки, салфетки, само стекло. Здесь никаких премудростей нет. Да, чуть не забыл сказать, что за стекло мне обошлось примерно в 114 рублей. Вот так у нас примерно выглядел лот. Гораздо интереснее у нас все с чехлами. Здесь у нас их заказано сразу три штуки. Соответственно, один чехол обошелся примерно в 109 рублей. Соответственно, вся посылка в 373 рубля. Обе посылки добрались за 14 дней. Так, давайте вскроем сами чехлы, посмотрим, как они у нас выглядят. Так, да, здесь три штуки. Замечательно. Соответственно, у нас два золотистых чехла и один такой вот фиолетовый. Давайте с вами примерим золотистый чехол. В данный момент у меня сейчас на телефоне не совсем правильный чехол, потому что, как вы видите, здесь окошко для сканера отпечатка пальцев, которого у модели 5А нету. То есть этот чехол, скорее всего, от модели 5А Note. А этот вот более правильный чехол, именно для модельки 5А. Вот мы его сейчас и примерим. Интересно, здесь с такими вырезами. Да, этот чехол был мягким таким. Этот чехол более твердый. Так, примеряем. Угу. Угу. Да, здесь все прям совпадает тютелька в тютельку. Регуляторы так сделаны. Здесь вот вырезы такие по бокам. Очень интересный такой чехольчик. Причем он действительно отличается от этой модели. В общем, сидит достаточно хорошо. Мне нравится. Так, давайте еще примерим теперь фиолетовый чехол. Я думаю, он абсолютно идентичный. Просто немножко другая расцветочка. Здесь он тоже такой же твердый, однотипный. Это мягенький. Угу. Вот такой вот интересный тоже вариант. В принципе, мне они оба эти чехла нравятся. Вот единственный момент, что вот на самом деле в черном этом чехле какие-то тактильные ощущения, он мягенький, более такие, более к чему-то приятные, хотя он и не родной. Ну вот, в принципе, два варианта чехла. Ну, собственно говоря, вот такая вот простая посылочка. На этом мне разрешите раскланяться. Если у вас какие-то остались вопросы, смело задавайте их в комментариях. В конце, как всегда, я напоминаю тем, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании к видео. Если вы соберетесь приобретать этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то непременно используйте кэшбэк-сервисы, те кэшбэк-сервисы, которые использую я и рекомендую. Ссылка на них будет в описании к видео. Всем счастливо, пока!